Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Это видео будет о быстром способе приготовления желе из черной смородины. Я вам покажу, как я готовлю желе. Значит, вот собрали опять-таки целое ведро черной смородины. Вот тут с листочками, с веточками. Вот такие вот ягодки. Конечно же, сейчас я это все буду перебирать. Вот, сделаем с вами вместе. Я надеюсь, что вам будет видео полезным. И вы также попробуете по этому рецепту приготовить желе. Можете на моем канале также увидеть рецепт желе из красной смородины. Тоже я достаточно подробно рассказывала, как я его делаю. Так что добро пожаловать, смотрите. Первый этап нашей с вами работы – это почистить ягоду. Затем сухую ягоду нужно взвесить и затем хорошенько ее помыть. Ягоды помыли. Сейчас готовим кастрюлю. Воду на дно наливаем 2 стакана воды. И подготовленную промытую ягоду также кладем в кастрюлю. Но сначала, конечно же, нужно залить воды, чтобы ягода не подгорела. И доводим до кипения. Так вот это все выглядит в кастрюле. Уже скоро ягоды закипят. Я не мельчу ни блендером, ни мясорубкой, ничем. То есть ягоды, как они есть, они отдают сок. Затем, конечно же, я вам покажу, как протираю через сито ягоды. Если хотите, можете воспользоваться еще и марлей дополнительно, но в этот раз я не буду пользоваться марлей, просто протру через сито. Вот, сейчас ягода закипит, покипит минуты 3, и можно процеживать через сито полученный сок. Я уже перетираю черную смородину вот таким вот образом, то есть сито, без марли, безо всего, перетираю смородину ложкой. А в сито я вот половничком. Оп. И перетираем. Процесс кропотливый достаточно, но зато будет вкусное желе. Хорошо перетирайте. Жмых можно использовать для изготовления пюрешек и ягодного пюре, либо сварить компот. Ну, лично я жмых просто выбрасываю. И у нас получается сок стекает весь вот таким образом. Весь сок, который у нас с вами получился, сливаем в чистую кастрюлю и доводим до кипения. У меня вот как раз таки сок начал закипать. У меня здесь сок от килограмма ягод. И постепенно начинаем всыпать 600 граммов сахара. Размешиваем до растворения сахара. И продолжаем сыпать дальше. Также немножко насыпали. Размешали. Еще раз повторяю, что на 1 килограмм ягод я использую 600 граммов сахара. После того, как у вас весь сахар растворился, мы начинаем уваривать желе. После того, как оно заново закипит, начинаем его уваривать. Я увариваю 20 минут, а в это время стерилизую банки, в которые буду в последующем уже готовое желе складывать и хранить до зимы, если оно, конечно же, до зимы у нас долежит.
Очень красивый цвет получается, отличная консистенция. Сейчас оно еще уварится немножечко, вообще будет превосходно. Если у вас образуется пенка, то, конечно же, ее снимайте. Доводим до кипения и на медленном огне оставляем на 20 минут, чтобы у нас желе уварилось. Крышкой не накрываем. Желе закипело, уменьшаем огонь и увариваем 20 минут. Затем переливаем в стерилизованные банки. И я, например, закатываю железными крышками. Вы можете винтовыми крышками закрыть или тем способом, который вам больше нравится. Пенки обязательно снимать. Вот у меня получилось такое блюдечко полностью вот в пеночках. То есть я рекомендую, конечно же, снять. Но вы вольны делать то, как привыкли. И вот я вам показываю, что у нас получилось. Вот смотрите, насколько уже уварилось желе. И вот так вот на медленном огне оно еле-еле-еле кипит. И вот таким вот образом 20 минуток должно оно покипеть. Если у вас уваривается не очень сильно, то можете 25, например, минут покипятить. То есть посмотрите, ну, в банке в любом случае схватится все равно в желе. Вот, банки я сейчас стерилизую как раз-таки параллельно. Скоро уже будем разливать. Получилось у меня вот так вот несколько баночек, мало-мало-меньше. То есть, конечно же, я сначала решила делать желе, а потом поняла, что у меня нет банок подходящих. То есть у меня получилась одна литровая банка 0,7-0,5. Вот. Всем приятного аппетита. Пишите в комментариях, как вы делаете желе из черной смородины. Добра и бантиков!